Всем привет! С вами Андрей. Вы находитесь на канале Велострана Обзор. И сегодня поговорим с вами о переднем фонаре BLS-151 от компании Trebi. Данный фонарь мы можем условно отнести к классу габаритных. Он обладает небольшим размером и весом. Однако, если вы желаете поехать в места, где нет искусственного освещения, вам стоит посмотреть модель поярче. Сам фонарь полностью сделан из качественного пластика и заряжается при помощи кабеля стандарта microUSB, который имеется в комплекте. На руль велосипеда он крепится при помощи резинового хомута. У данной модели имеется один светодиод и 4 режима работы. Что касается яркости, то она достигает 100 люменов, а время автономной работы до 25 часов. Включение-выключение фонаря, а также переключение между режимами осуществляется при помощи одной кнопки, которая установлена на верхней его части. Несколько слов о бренде. Голландская компания Trebi специализируется на производстве сопутствующих товаров для велосипеда и обладает действительно широким ассортиментом. В линейке ее продукции вы можете найти все необходимое для ваших поездок. Если вы хотите более подробно познакомиться с данной моделью, приходите в любой из магазинов «Велострана», где наши консультанты помогут сделать вам правильный выбор.